Ветераны культуры Якутии ознакомились с работой Поспредства региона в Москве. О его деятельности рассказал первый заместитель постоянного представителя Якутии Юрий Заболев. Он также вручил гостям грамоты. В свою очередь, Поспредство тоже получило сувенир от ветеранов культуры. Он пополнит стенды культурного центра. Его открыли 5 лет назад, и он привлекает внимание гостей и жителей Якутии. Здесь можно узнать подробную историю региона, увидеть редкие экспонаты, в том числе и уникальные фолианты. Такие встречи в Поспредстве проводятся традиционно. 2 года тому назад мы тоже приезжали группой делегации отдыхать в профилактуре Бесчегда. И вот тогда пришла мысль создать Совет ветеранов культуры и искусства Республики Саха-Якутия. И вот 25 марта 2016 года этот совет был создан, и на котором было принято решение ежегодно привозить ветеранов нашей отрасли отдыхать в Бесчегду, знакомить с городом Москва.